Итак, я приветствую вас, дорогие мои друзья, приветствую постоянных зрителей, приветствую новых подписчиков, приветствую всех тех, кто записывается на ритуал, и всех сопричастных, кто может просто посмотреть, поработать с установками. Для тех, кто записался, мы будем работать не только установками, а остальная моя работа, которая должна быть в этом ритуале, ведется за кадром. Я это не разглашаю и не показываю, но так как ритуал имеет статистику, и работу над собой никто не отменял, мы сейчас с вами пройдемся по нашим установочкам. Будем чувствовать и ощущать, конечно же, через все чакры, через наш божественный сосуд, через осознание того, что такое деньги и о чем-то. Небольшие, скажем так, экскурсии. Установки мы будем негативные менять именно позитивные, и пару слов о том, что деньги — это все-таки энергия, это божественная энергия, и она не может быть плохой. Деньги нам помогают. Я не знаю, кто, когда и в какое время сказал, что деньги — это зло и плохо и так далее, но то, сколько у нас энергии, так нам Бог денег и дает. Мы будем менять эти установки на позитивные для нас, для психики, для психологии. Итак, начнем. Мы закрываем глазки, как всегда. Садимся или в позу лотоса, или можно стоять, можно стоя принимать этот ритуал. Ему трудно сидеть. Нам нужен всего лишь божественный сосуд. Это наш храм, наше тело. Мы закрываем глазки. Мы будем медитативно прорабатывать эти ритуалы, чтобы у нас произошла замена на сознание и на подсознание. Идем туда осознанно. Всю остальную работу делаем подсознанием. Она нам поможет. Высшие силы нам помогут. У нас сегодня фортуна, Сарасвати, Лакшми. Мы будем менять денежные установки. Итак, как всегда, сели спинку ровно или встали спинку ровно. Вдох через нос. Наполняем через диафрагму животик. Выдох через рот. Что вы чувствуете, когда вам говорят, что большие деньги — это не для вас? Или вы сами себе говорите? Что вы чувствуете, когда вы видите богатые, шикарные дома? Когда вы видите богатых людей, которые разъезжают на этих навороченных машинах? О чем вы думаете? Что вы чувствуете? Что они наворовали? Или их работа связана с опасностью? И ваше подсознание вас оберегает от этих опасностей и больших денег? Что вы чувствуете прямо сейчас внутри себя? Если есть деньги, то вы не будете уделять время детям, родным, близким, мужу, жене, то вы только будете деньги зарабатывать. Что вы чувствуете? Что можно много зарабатывать? Что вы чувствуете? Как вы это чувствуете? Что вы ощущаете? Почувствуйте сейчас, где в теле это откликается, и пошлите туда энергию любви, вдох, выдох через рот, богини Сарасвати, богини Лакшми, богини Фортуна, помоги нам осознать и изменить наши установки, изменить наши вибрации и принять ту божественную энергию, которая идет. Я могу зарабатывать большие деньги честным способом. Вы это повторяете сейчас про себя или вслух. Я могу. Да, я могу. Я достойна. Дороги открыты, я открыта. Дайте возможность заработать высшие силы. Сарасвати, Лакшми, Фортуна открывают денежный поток, финансовый канал. В
чакры, сахасрару над головой. Не забываем дышать, вдох. Я зарабатываю деньги, большие деньги. И то, что я делаю вклад во Вселенную. Я настолько важен или важна, что Вселенная дает мне эти деньги. Каждый человек важен в этой Вселенной. И я важен и важна на этой земле. Не будет места для моего дома, для больших денег, для машин, для квартир. Я чувствую свою защиту и безопасность. Я чувствую, что когда много зарабатываю, оно мне дает защиту и безопасность. Чем больше я зарабатываю, тем больше я защищена. Тем больше я уверена в своей жизни. Много денег – это много безопасности. Это много комфорта, это много любви. Чем больше денег я заработаю, чем больше денег я смогу вложить в детей, любимых, родных, в отдых, тем больше мне потом в ответ придет, потому что я эти деньги вкладываю в своих любимых. Сарасвати Лакшми Фортуна, очисти наш финансовый канал, очисти чакру Сахасрара. Имя. Мы переходим к чакре Аджна. Мы не забываем дышать. Чем больше у нас времени на своих любимых, тем больше нам Вселенная отдает энергии для нас. Мы тратим энергию. И мы тратим деньги. Мы тратим энергию на любимых через внимание. Нам Вселенная отдает энергию через внимание к нам. Мы будем тратить деньги на любимых, родных. И Вселенная вам будет возвращать это тоже деньгами. Поэтому, когда вы тратите деньги, возможно, чем больше вы тратите для своего ресурсного состояния, для своих родных, близких, для своих детей, на тех, вам заботитесь и сделайте, чтобы приятно Вселенную увидеть. Чем больше вы потратите на это, тем больше вам вернется. Деньги – это божественная энергия. Сейчас вы повторяете: я знаю, как уделять время семье и много зарабатывать. Сейчас вы понимаете, чувствуете, ощущаете, что чем больше вы тратите для семьи, для тех людей, которые на самом деле не вы, не другие, но вы делаете это с добром, с любовью, вклад в любовь, тем больше любви вам возвращается. Сарасвати Лакшми Фортуна, очисти Аджну в финансовом канале. Имя. Я знаю, как уделять время себе и при этом много зарабатывать. Это повторяете. Я могу заработать большие деньги честным способом. Я вижу, как это заработать. Я знаю, как это заработать. Я важна и важна для этой жизни, для этой Вселенной. И места мне хватит. Дороги открыты, я открыта. Дайте увидеть возможности для заработка и дайте возможность заработать. Имя. Для тех, у кого установка, что много зарабатывать и надо всю жизнь работать, мы ее трансформируем. Установку я всегда получаю то, что мне нужно, вовремя и в достаточном количестве. Вселенная слышит вас. То, что вы сделали добром, то, что вы сделали деньгами, то, что вы пожертвовали. Вы пришли к кому-то, кто-то просил Вселенную помочь. Пришли вы и помогли. После этого ритуала вы обязательно увидите тех людей, кому нужны деньги.
вы поможете. И в то же время Вселенная вам поможет тогда, когда вам нужно будет. Вы поможете и забудете об этом. Вы будете помогать и забывать об этой помощи. И не ждать Вселенной взамен. Просто с любовью отдавать эти деньги в помощь. Сразу вашу фортуну, очистив решетку на вашем финансовом канале. Имя. Не забываем дышать вдох, выдох. То, что вы делаете, то, чем вы работаете, то, чем вы занимаетесь, ценно для вас и для людей. Вы не обижаетесь на жизнь. Какова жизнь была до этого ритуала, но еще не поздно изменить, какова она будет после, какова она потом будет. Какой она будет, вам решать. Какой ценный вклад вы приносите для людей в эту Вселенную. Если вы сами себя оцените, вы себя оцениваете. И Вселенная видит эту ценность, видит самоценность для вас. И ту ценность, которую вы сами для себя создаете. Вселенная чувствует и отдает вам. С той полнотой души, с которой вы сами наполнены этой ценностью. Для вас установка, для чакры, анахата, для сердца. То, что я делаю, ценно для людей. То, что я делаю, важно для людей. Настолько важно, настолько много я энергии туда вкладываю, что я имею право принимать все деньги, блага и богатства этого мира. Сарасвати Лакшми Фортуна, почисти чакру анахата сердца. Имя. Я отлично знаю, как мне заработать деньги. Я притягиваю в свою жизнь талантливых и порядочных, трудолюбивых людей, клиентов, партнеров, сотрудников, коллектив, команду. Мы часть единого целого, часть энергетической составляющей, часть божественного плана. Мы должны жить на этой земле. Моя энергия с этими добрыми людьми увеличивается. Я им отдаю добро через деньги. Я плачу, и Вселенная мне платит за меня. Я с коллективом работаю, с командой. Я притягиваю, и ко мне притягиваются деньги. Мы таким образом создаем тот самый денежный магнит, о котором все так любят говорить. Как он работает? Он работает через наше отдавание. Мы отдаем деньги, мы вкладываем в сотрудников, мы вкладываем в клиентов, мы вкладываем в талант. Мы вкладываем в талант себя, в свой талант, мы вкладываем в талант людей. И на социальном уровне это приносит пользу для вас в качестве денег. Сотрудники лучше работают, партнеры готовы вам отдавать часть любви через деньги. Вы хотите любви, вы получаете через деньги. Сарасвати Лакшми и Фортуна. Почистим чакру. Манипура на финансовом канале. Имя. Я создаю деньги своими талантами и умениями. И эти деньги, и мои таланты, все это является вкладом в добро в этом мире. Я ценна, я ценен, я создаю добро, я создаю деньги. Деньги, которые я трачу, помогают другим людям. И когда я плачу деньги, я делаю вклад в бизнес того человека, которому я заплатила.
Я помогаю этому человеку. Когда я занимаюсь бизнесом, работой, мне деньги эти возвращаются в нужном объеме. Я щедро отношусь к себе. Я вкладываюсь не только в других людей, но и в себя, в свои таланты. Я умею вовремя отдыхать, я умею вовремя наполняться энергией, чтобы отдавать ее. Мы не можем отдать все деньги, а потом за ним ничего не получить. Нам надо чем-то наполниться, чтобы дальше отдавать. И я щедро отношусь к себе. Деньги дают мне свободу выбора. Когда у меня есть деньги, у меня есть свой график наполненности и отдавания. Я ценю деньги за те вещи, которые они могут дать. Я всегда получаю то, что мне нужно вовремя и в достаточном количестве. Я принимаю, что дает Вселенная. Я принимаю это, а это оказывается как раз-таки та возможность, которая дает мне заработать. Дороги открыты, я открыта. Дайте возможность заработать сарасвати, лакшми, культуру. Почистим чакры, свои станы, на финансовом канале. Имя. Деньги дают мне свободу и реализацию всех моих планов и желаний. Когда я трачу деньги, я помогаю другим также создавать богатство. И чем больше денег я трачу, тем больше денег ко мне приходит. Мы переходим к чакре Муладхара. Это самая серьезная проработка сейчас будет. Если вы думаете, что вам не хватит, не хватает денег, и самая жесткая установка, что денег мало, что их нет, что они есть у кого-то другого, вы сейчас повторяете. Бабла в мире мало. Деньги есть. У меня деньги есть. И эти деньги. И мои тоже. И я на них имею право. Да, я могу. Да, я могу заработать. Да, я могу быть важным. И свою важность отставить и стоять на своем. И это меня обезопасит. Да, я могу. Бабла в мире мало. Дороги открыты, я открыта. Или открыты. Дайте возможность заработать. Денег в мире полно. Бабла. Денег в мире вау. Это самая нижняя. Немного на заниженных уровнях идет, на заниженных энергиях, но самая сильная установка. Бабла в мире вау. Его настолько много, что хватит на все. На все ваше изобилие. Денег настолько много, что вам за всю жизнь не обрести. Представьте это состояние. Что вы чувствуете сейчас? Если вам страшно, вы говорите, да, я могу, я имею право на эти деньги. Это неосознанный страх на чакру Муладхара. Сарасвати, лакшми, фортуна, почисти чакру Муладхара. Имя. Мы не забываем дышать, вдох, выдох. Деньги текут ко мне, как рок изобилия. Я имею право на деньги. Я имею право зарабатывать своей ценностью. Я настолько ценна и нужна, и нужен этому миру. Настолько Вселенная любит меня за эту ценность, за это отдавание, что возвращает мне в 10 раз больше, потому что я достойна, достойна. Да, я могу. Да, я могу заработать. Да, бабла в мире мало. Да, денег в мире много. Да, их настолько много, что мне не потратить за всю жизнь. Но я смогу потратить, отдав в мир, и мне все равно еще больше будет возвращаться. Почувствуйте, насколько Вселенная изобилия, насколько мне много всего. Вам хватит места и дом свой построить, и квартиры свои купить, и машины. Не щемите себя и не ущемляйте.
освобождайте эту энергию. Богиня Сарасвати Лакшми Нефартуна, пройдем наш Божественный сосуд. Очисти. Очисти нас. Очисти весь наш Божественный сосуд. Измени наши вибрации, наши установки, связанные с деньгами. Откройте нам пути дороги, на счастье, на любовь, на деньги, на изобилие, на эту божественную энергию, которая приходит через деньги. Мы не замечаем, а божественная энергия приходит через деньги. Деньги придуманы этой Вселенной, они должны быть тут. Они божественные. Сколько у нас есть энергии, столько нам приходит. Сколько мы отдаем, столько нам возвращается. Больше любви, больше денег. Очисти нас, Сарасвати, Лакшми и Фортуна. Имя. Мы благодарим. Благодарим богинь. Благодарим богинь за ритуал. Благодарим богинь за то, что они нам помогают. Нас почистить и открывают нам дороги на деньги. Мы не то, что вы заслужили. Мы просто по факту рождения и своей важности это все имеем. Но наши блоки, установки не дают нам возможности дополучать то, чего нам не хватает. Лакшми, Сарасвати, Фортуна, снимите, уберите эти блоки из наших божественных тел, каналов, финансовых потоков. Имя. Мы благодарим вас, благодарим за изменение установок, за изменение вибраций, за открытие дорог, за возможность заработать, за счастье иметь деньги, за счастье тратить, за счастье вкладывать в других людей и за счастье получать их. Мы получаем деньги, мы благодарим за то, что мы получили, благодарим высшие силы и благодарим, когда отдаем. Мы с благодарностью отдаем, с благодарностью принимаем. Мы открываем глазки, вдох, выдох. Ритуал можно пересматривать, чтобы неоднократно работать над собой, над установками, чтобы проговаривать про себя, понимать и принимать, как работает божественная энергия. Возможно, с каждым просмотром, с новым просмотром ритуала придет новое осознание божественной энергии. Почему же деньги так божественные? Почему они нам нужны? Нас Бог не может оставить в жизни. Жизнь зависит от денег, зависит от материализации на этой планете. Значит, мы должны принять эти деньги. Должны принять, что они есть, и должны принять, что это хорошо. И Бог нас не оставляет без жизни. Он дает нам еду, дает нам одежду, мы, значит, это заслужили. Мы, значит, имеем право на эти деньги. Мы, значит, важны для Вселенной. И она настолько изобильна. Да, мы можем заработать. Да, я могу. Мы благодарим Вселенную, мы благодарим Сарасвати, Лакшми, Фортуну. Мы благодарим за деньги. Мы благодарим за эту материализацию. Мы благодарим за здоровье и за любовь. Можете в комментариях писать имена, свои имена. Можно в комментариях написать, принимаю с благодарностью. Также не забудьте подписаться на канал, поставить лайки, поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Я желаю
любви, счастья, денег, богатства, удачи, изобилия всем живым существам на этой планете. С вами была ваш ангел планет. Я желаю вам любви, и мы с вами увидимся на следующих ритуалах. И я вас благодарю и принимаю с благодарностью. Пока-пока.